Маслов Михаил Васильевич, полный кавалер Ордена Славы, родился 24 января 1909 года. В 1927 году переехал в Сибирь, окончил 7 классов школы в 1929 году. Работал сапожником. С 1931 года работал на автотранспортном предприятии в городе Гурьевск. В бою 10 января 1944 года в поселке Прудок, 10 километров западнее Мазыря, гвардии старшина Маслов под сильным огнем противника отразил контратаку. При попытке обойти позицию Маслова противник попадал под огонь других пулеметов. В этом бою он уничтожил одну огневую точку, уничтожил и ранил около 20 солдат противника. Приказом по 14-й гвардейской кавалерийской дивизии от 26 марта 1944 года он был награжден орденом третьей степени. В период боев за город Люблин в Польше с 23 по 27 июля 1944 года гвардии старшина Маслов уничтожил 50 солдат и офицеров противника, а 18 взял в плен. 24 июля огнем пулемета уничтожил 10 солдат противника, а при подходе противника к опорному пункту он смело бросился вперед и огнем личного оружия уничтожил 4 солдат противника, 8 взял в плен. Приказом по Первому Белорусскому фронту от 21 сентября 1944 года он был награжден орденом славы второй степени. Маслов сам лег за пулемет и стал расстреливать солдат противника, уничтожив 30 солдат и отбив 2 контратаки. Когда закончились боеприпасы, начал вести бой из личного оружия, отошел лишь по приказу командира. Был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года он был награжден орденом славы первой степени.